Еще в позапрошлом веке лингвисты обратили внимание на то, что у очень многих народов, которые населяют современную Евразию, много слов, которые в корне совпадают с собой. Ну, скажем, mother, мутре, мать и так далее. И тогда уже была высказана гипотеза о том, что когда-то существовала некая праиндоевропейская общность. Что это за общность, сказать трудно. Это какие-то были племена, семьи, которые общались между собой, у которых были постоянные какие-то связи между собой. Говорили ли они на одном языке, или это были несколько близких очень между собой диалектов, это вопрос достаточно сложный.